его не станет в феврале 25-го, 26 февраля. Перед этим он будет долго болеть. Сначала в Иркутске, потом в Самаре. Но все это время он не прекращал работу. И только за месяц до смерти, когда боли стали невыносимыми, лег. Операция уже ничего не решила. Смотрите программу «Город. История. События» на телеканале «Самара ГИС».